Оттиски души своей она представила суду ценителей словесного искусства. В Доме печати прошла презентация первого сборника стихотворений Мадины Гашоковой «Луч солнца Адиюх». Об издании и его авторе подробнее расскажет Ахмат Халкечев. «Эта книга слепок моей души», признается автор сборника Мадина Гашокова. В издании органично собраны воедино стихи, посвященные темам гражданственности, патриотизма и духовно-нравственного воспитания молодежи. Я еще не умею управлять творческим полетом, но для меня еще такой творческий полет – это что-то очень красивое, необычное, что-то очень доброе, светлое, к чему я прикасаюсь. И тогда вот это мгновение рождения стиха меня вдохновляет по-разному. Бывает новость хорошая, и рождается стих. А бывает наоборот. Это мои переживания, это мои решения, это моя жизнь. Мадина Гашокова – мать двоих сыновей, один из которых является участником СВО. Ну а свой дебютный сборник поэтесса посвятила своим родителям Хизиру Айсовичу и Асе Мирамовне. Все строки любящей дочери, искренне преданной заветам предков, буквально пронизаны любовью к своему народу, большой и малой родине. Видно, все у нее идет от души, от чистого сердца. Смотрите, какие слова. Не смейте думать плохо о солдатах, заслуживающих почет земной. Дай Бог, помилятся два брата и обязательно вернутся все домой. Видно, сердце матери переживает. Даже вот в тех словах, которые я сейчас произнес, вот видно все. Ну, лучше и не скажешь. Книга издана при активном содействии председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Марины Барлаковой. В сборник вошли стихи как на русском, так и на родном для автора черкесском языках. Что я хочу пожелать, Мадина Хизировна, дальнейших творческих успехов. Вы очень талантливая, вы очень красивая, вы мама. Тем более вы мама участника СВО, что в основном сподвигло меня оказать вот эту помощь. Сборник, вышедший в свет под авторством Мадины Гашоковой, хоть и первый, все выступавшие выразили уверенность, что это лишь начало большого творческого пути. Ахмат Халкечев, Ахмат Чучаев, Олег Малхожев, Вести Карачаево, Черкесия.